сейчас я вам покажу интересный, на мой взгляд, опыт, который показывает наличие каких-то новых сил. Скорее всего, это магнитная противо-ЭДС. У меня здесь емкость с водой. Я покажу, что там внутри потом, потому что трудно изначально все сделать. Вот магнит удерживает. Внизу там у меня в емкости магнит. Он удерживает центр магнитные силы. Препятствует столкновению. Итак, я запускаю ротор. Обратите внимание, идет раскачивание, очень похожее на математический маятник. Проходит разные периоды колебаний. И самое интересное произойдет после остановки ротора. В момент остановки идет перетекание энергии ротора в нижний магнитостатор подвижный. Обратите внимание, происходит как бы два импульса. Остановка почти и в другом направлении колебаний. Иногда это очень четко видно. Вот получается, что нижние домены нижнего магнита, ну, любые взаимодействия двух магнитов, смещают домены. Происходит своего рода их корректировка друг относительно друга. А потом они как бы возвращаются обратно. Ну, я предполагаю, что это похоже на это. Вот обратите внимание, емкость начинает двигаться. Сейчас она будет затухать, остановится и снова. Вот. Что это за силы? Они действуют всегда. При любых системах магнитных. Сейчас я покажу, что внутри. Это ротор. Там магнит. Магнит довольно плотно удерживает центр, даже при перекосах. Сейчас ротор остановится, емкость нижняя начнет двигаться интенсивнее. Вот она начинает. Они уравновешивают друг друга. Вот что это за силы? Интересно. В следующем опыте я покажу, насколько приобретает статическое электричество под действием магнитного поля, постоянных магнитов, диэлектрика.